Вы смотрите «Город новостей», продолжим выпуск. Рубрика «Мелочи жизни» расскажет о коммунальных неразберихах в нашем городе. Очередной выпуск от Вячеслава Горецкого смотрите прямо сейчас. Быть может, так совпало, а быть может, действительно, коммунальщики призадумались после выхода нашей рубрики «Мелочи жизни» и, наконец-то, скосили высоченную траву, причем самых разных мастей, растущую здесь, на газоне, микрорайон Черемушки. Газоном его было, конечно, сложно назвать, потому что здесь растет как репей, так и лопухи и прочие сорняки. Но с тех пор, как здесь стало меньше травы, на первый взгляд он выглядит очень даже ничего. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь у коммунальщиков найдутся деньги и силы для того, чтобы сделать здесь такие же красивые цветы, как и те, которые растут возле дороги. Пока же эту мелочь нельзя назвать исправленной, но и страшной, и вопиющей ее, конечно же, тоже не назовешь. Все в руках коммунальных работников. В России действует федеральная программа, в рамках которой жители многоквартирного дома, подав заявку, могут выиграть грант на его обустройство, этого самого двора. Например, жителям по улице Голованова, 50В, я так считаю, было бы крайне настоятельно рекомендовано написать такой проект, потому что кроме вот этих бетонных столбов, во дворе их дома нет ничего. Ни качелей, ни беседок, ни уж тем более каких-то мест для спортивных занятий. Есть только заросшая асфальтовая дорожка и стихийная стоянка автомобилей. А ведь двор в самом центре города действительно может и должен быть благоустроен. Большая просьба к жителям. Найдите инициативных граждан и поучаствуйте в программе, благо она действует еще несколько лет.